Цветочка. Вот у меня на столе разложена веревочка. Вот в таком виде будет здесь цветок на холсте. Вот это холст. Ничего, что он уже заляпан, это все зальется. Вот это краска разная. Вот пока Роза показывает, я намажу этот холст сейчас, залью белой краской. Размазываем. Все. А теперь будем вот на этом холсте укладывать лепесточки нашего будущего цветка, так как мы хотим его увидеть. Допустим. И он на краску ложится, прижимается и будет хорошо держаться. Вот с такой веревкой я делаю первый раз. А до этого я делала с проволокой. Вот такая проволока, скрученная в нужном мне варианте, выровненная. Вот я ложила и тоже так же заливала. А сегодня я решила с проволокой не париться. Вот. Берем стаканчик и начинаем сливать туда всю краску, которую хотим видеть на холсте. Вот, прям подряд. Вот оранжевая, голубая, розовая, желтая. Так, вот у нас красивый, красивый. Вот даже белый добавлю сюда. Ничего страшного. Я думаю, целый стакан надо. Все. Ну вот один стакан, это то, что мы будем заливать вот внутри лепесточков. А еще один стаканчик, который мы будем между лепесточками заливать. И решили взять более немножко потемнее, как зелено-синий фон. Да, зелено-синий фон. И сливаем все, что у нас есть. Вот варенье приветствуется. Так, вот это второй стакан. Если не хватит, придется еще посливать. Ну что, теперь начнем. Теперь берем этот стаканчик. Делаем выемочку, чтобы вот полоски, они сливались как раз полоской. Потому что можно сделать здесь выемку, и тогда будет сливаться не такой полоской. Так, и начинаем наливать. Вот она там вся перемешалась в стакане, и уже нету такого вот ярко-розового, например. Она все уже смешалась, и у нас почему-то вот этот золотой вылез больше, хотя он наливался так же, как все остальные. Краска непредсказуема. Теперь мы возьмем, и теперь будем отсюда заливать. Все вроде.
А теперь будем фантазировать, как бы из этого рисунка получить еще более интересный рисунок. Заготовка такая красивая. Теперь, пока она еще ничего с ней вот и не случилось, я бы вот взяла такую палочку и начала. Я вот хочу, чтобы вот эта краска вот так вот была. А теперь нам нужно это вот все снять аккуратненько так. Чем-то подцепить. И они все потянулись за этой. А еще я хотела бы, вот еще вот здесь можно, вот здесь тоже можно куда-нибудь сюда, эту сюда, а эту сюда, вот так вот сделать, получится уже, хоп, еще получился. Еще одно перо. Да, и еще одно и сюда. Вот. Перья, ой, я даже не знаю. Вот они прям сами так ложатся сюда. Вот. И уже совсем рисунок меняется. Преобразуется, и кажется, что он уже такой интересный. И еще теперь я хочу. У меня мысля это пришла. Я еще же хотела вот сюда вытянуть эти. Так. Вот. Теперь похоже прям на перышки, да? А еще почему-то мне вот хочется, просто это попробовать. Вот так сделать. Это у меня вот оно как бы вот, как само пришло. А может быть это перья вот такие? Может быть. Ну, они же интереснее, чем вот просто. Вот мне вот здесь интереснее, чем просто. Поэтому я из простого делаю непростое. А с каким-нибудь выпендрежем. Ну, иногда и простой очень интересный. Какой-то перышки какой-то диковинной птицы, которую мы и сами не знаем. Вот они мне вот такие. Это у нас осталось. А вот здесь вот краска синяя перелила вот эту нашу. То вот так сделаем хотя бы уголушечки. Вот у нас осталось. Раз у нас осталось, ее можно сделать вот так интересно. Так, баночку. И наливаем. Так, начало. Не понравится, смоем. Но зато будет опыт. Теперь нужно сюда. Продолжить сюда. Чтобы она растеклась хорошо. А дальше дело фантазии. Куда фантазия заведет? О, смотрите, два глаза, нос.
Вот два глаза, вот нос. Ой, видите, лицо появилось? Да? Да? Лицо же? Лицо, два глазки. Вот же, посмотри с этой стороны. Я же даже реснички сделала. Нос и рот улыбающийся. О, как интересно. Вот. Такая живая горелка. Она чему способствует? Она способствует тому, что верхний слой краски, он скукоживается. И из-под него вылезает, снизу вылезает другая краска. И получается вот такая сеточка и вот эти ячейки. И все, и наша мордашка исчезла в этих ячейках во всех. Чисто. Да. Красота. Это вот еще одна такая интересная техника. Вот если бы мы не зажгли газовую горелку, у нас бы были такие вот плавные переходы, не было этой сеточки, но было бы, как бы что-то угадывалось бы, какое-то лицо. Образность. Да, а вот теперь ячейки, и теперь уже ничего не угадывается, теперь просто посмотреть, вот что сквозь эту сеточку выходит вот та краска, которая пряталась внизу. И желтая, и розовая, и золотая вот там выглядывает. Это тоже интересно. Вот если осталось пустое место, можно, например, накрутить какие-нибудь вот завитушки сюда. И сюда вот закрутить завитушку. Вот видите, как уже будет уже какое-то... Это вот, наверное, уже есть какая-то фантазия, которая уже не зависит от краски, а уже зависит только от человека. Прям вот эти вот места вот очень красивые. Вот где ячейка вытягивается, то они получаются очень симпатичные. Ну вот, видите? Вот одна картинка, вот другая картинка. Выбирайте любую технику и дерзайте. Очень это большое удовольствие. Творчество. Благодарю. Спасибо тебя, большое.